Давай, ты в танке, со мной будешь танчить. Пятая пати хилы, а остальные там это самое. Шреддер каски, мунлоу, кулаки, хамди, кресты. Все, лог здесь, пошли в инстайм шкаф и начинаем. И снова здравствуйте. А тут полетчика убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили полетчика. Я могу спеть. А что спеть? Какие там строчки? Мишки, книжки. Мишки. Пожалуйста, хватит. Блин, вы красиво поет. Пол рейда уснула, по-моему. За час нереально, по-моему, час 20. Дольше лететь. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака. Войт, а ты бы взглянул на небо? Смотрел, как плывут облака? А солнцесвет поймал? Вот плохо, надо было поймать. Понятно. Я почти к инсту убежал. Вы там трэш уже чистили? Ну, может, меньше. О, спасибо. Далин лучше. Спасибо за кулак, попристан. Сейчас надо мажем. Маги опять друг друга МК обмазали, да? На фристайл никто не хочет МК кинуть, да? Вроде бы что есть у всех. И так сойдет. Мне кажется, лучше сделать шамана трех хилов и мейн танка, чтобы они захиливали. Как скажешь. А мне кажется, когда кажется, креститься надо.
Я нажал, я молодец. Чё говоришь, Void Glist? Согласен. Я не взяла. Смешно. Эвенар Рифт. Это была не шутка. Да? Но все равно смешно. Да-да-да-да-да. Ты молодец, все хорошо. Пока идет генная база, вот вопрос. Что такое пришелся вскользь, автоатака идет? Боится от этого можно как-то? Первого. А, предлагаю Вару ГП дать за то, что он Вайда растет. Второй моб вышел. Успел. А как же Краосен? Да. А, Миша, чё ж ты его так крутишь-то? О, он спустился и сразу убил меня. Я даже не успел ничего. Я вот валяюсь. А, держи. Thank you.
За 7 минут инс зачистили? Неплохо. Элрей сам рейс, если и портись. Царь, а царь? Царь, знаешь, почему ты умер? Почему? Потому что я инвиз поражал. Ты молодец. Агро было на мне, а потом я ушел в инвиз и смотрю, там она я тебя взяла, смотрю, подбежала и стукнула. Я не первый просто по агро. И такой она резко спустилась и хоп, и убила меня. Ну, понятно. Так и... Yeah. Да я понимаешь, я смотрю, что не на мне будет, и вот как бы... Так я инвиз прожал, и как раз она с меня на тебя и перескочила. Нормально. Ой, я просто, знаешь, на расслабоне такой был, а тут неждан прям прилетает мне. Имею в виду просто. Подстава, короче. Надо быть постоянно в напряжении, короче. Не даешь ты мне расслабиться, все с тобой понятно. Лучше бы ты так на меня МК давал, как инвиз прожимаешь. Не, тогда было бы неинтересно, слушай. Ну, конечно. Тогда было бы скучно. Понимаешь, это не я Вайдай расстроил, это ты Вайдай расстроил. Все из-за тебя, короче. Вайдай расстроил, отъехал от того, что отъехал. Ой, дай пати. Да. Это просто замечательно, на самом деле. Тут есть шкаф. Вот как всегда, я подлетаю к инсту, и меня сумонит. Это в каждом рейде. Тебе нужно летать быстрее. Так мне этот полетку купить в лом на это фуловый. Что там с этим с Лиджи? Это босс? Не знаю. Не знаю. Это твин? Написано Вождь Титанов. А, Вождь Титанов это ДКшник какой-то, который... Как-то РС танчил, и это Войд горел. А, да. Как дела? Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв... Замечательно, можно по престам баф? Дайте МП5 по престам, пожалуйста. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Каску по рогам. Спасибо. Шарпи, вот у меня к тебе такой вопрос. Как ты думаешь, что ДПС больше повышает ШПшнику? Кулак или МП? АДК. ДПС. Из этих бафов. Ну, я считаю то, что... АДК повышает ДПС ШП. Я считаю то, что прото топ-1 баф для ШП. Согласен. Какой прото? АДК. Нужно идти АДК, БДК топ.
чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Еру. А кто второй там стоит? Сегодня без Гера. Вовремя. Далин, Далин, брат, повернись, не добегу. Спасибо. Вернись. Один в воздухе завис. А если на него левитации кинуть еще? О! Да, он, короче, завис в прыжке вот от этого зеленого дебафа. И я на него еще левитацию кинул. А, так я умер. Я вообще не могу двигаться. Чекай дебаф. Там даже тайминги сли просто. Если ты меня слышишь, обнови тотемы. Тудух! О, огонь пока. Сорвал, да? Нормально. Тут он не прижимает уход в тень. Так... камон, там было все на... Царь обещан рак ебаный. Так, спасибо. Какой царь? Шаман, поставь тотем на хосту. Шаман, драк, он тотемы не прожал. Пятьдесят голды. Сделай логаут пока месте. Тума. Ума Тума. Как дела, Ума Тума? Отдыхает. Чиллинг по полной. Смотри, он быкует на стенку. А чё он к стене прилип? Чё с ним? О! А вот, всё, приземлился. Это победа. Ему диван дали. Что тебе угодно? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовёт вашего нового противника. Готовьтесь к бою! You fight Jaraxxus, Elder Lord. А чё, он без груплута? А чё так? Ну ладно.
пошел. Алиса, не сегодня. Да, я все равно третий ролила. Пусть собираю. Вон там кто-то еще поролил, и мы его У меня тоже на третий сейчас ролик. Шаман, поставь тотем, тотему в центр. Желательно на хосту. Блять, вар опять ролит, лол. Ладно. В смысле, а что, нельзя ролик? На хосту. Шаман. Диспел. А чё, два мага не могут вообще? ДПС теряю. А чё все погибли? Я дал. Отправляйся в пустоту! Все погибли, потому что кто-то лужу разлил под босс. А. Это был Далин. Для справки. Войт, отойду, полторы-две минуты давления померю. Сейчас, быстро. Ты прямо убираешь, шаман. Краусен, убирай тотемы. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Печально. Мы бросаем вызов орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Ну, зачем? Только мудаки в Дискорде висят. Зачем заходить туда?
Окей. Я тут. Убили. Грипните кружок, он далеко. Кружок где он? Паладином. Я не умею. Зачем? Кого бьем? Череп? Я дурак, лезть. Пас диспел дайте, пожалуйста, под звезду. Все, крестик надо добивать. У нас все закончить. Потерь мы стали слабее, как целое.
кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Ох, принк на танк. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем личом. Да. Я на мейн. Говорят, говорят, Ути танком мейн. У него мейн танк Ути. Он говорил, что ролик, нет? Да. Я и так черная, теперь я чернее черного. Царь. Чё? Дашь приста погонять? Нет. Почему? Я не доверяю. Самое важное в руки женщин. Ну, если ты понимаешь, о чем я. И что, прист важнее меня? Конечно. Глупый вопрос. Я такого тебя не ожидал. Мне все Бургер расскажу. Пожалуйста. У меня на аккаунте стоит проверка. Если кто-то зайдет с моего, на мой без этого, не с моего IP, или я на чайтак зайду не с своего IP, то эти два акку уйдут в бан. Так что не, я могу тебе дать, конечно, если не боишься. Ну так, что за проверка? Ну, я вары продал и, короче, ник-то я не поменял. О, товар лист свой был. И может кто-нибудь меня сдал, может я в чем пропалился. Где-то написал кому-то. Ну и меня, короче, тпкнули на ГМ остров и начали спрашивать. И поставили проверку на мой айпишник и на, ну, и на мой ак. То есть если кто-то заходит... Ну, блин, хочешь я тебе ак зайду, зайдешь. Мне, короче, это... Ну, не хочешь, не верь. Сегодня, короче, мне на телефон видом голос Гугла, типа, кто-то пытался на мой ак войти, я охуела. Я по привычке чуть не приняла эту хуйню. Войд, а ты можешь разролить оффхенд с Жираксуса? Давай. Ты чё, не знал? Войд может всё. И даже больше. Но это не точно. Да, Феникса 2 часа убивает. А чего не может Войд? Не может быть. Хаст. Только зачем это хилу Краосену? Шейна Крит Хаст. Ну ладно.
Да. Извиняюсь. Я думал, там MP5 нужно. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы Афхенд. Будет тебе такое испытание. Нас гораздо больше. Такая лапка вся этого. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. О, три. Шарпин, ну что, увеличился квест с три? С объекта? Да, дофигища. На 1500. Не, давай луку, давай луку. Пусть забирай. Слушай, может гер дадим сразу, зерганем его? Да, кстати, можно. С ДПС тут до жопы. На пула хватает тоже. Рекорд вроде. Танк, правда, слабый. Ну, если слабый, нормальный восстанет. Войт топовый танк. Он ушел, да? Ну все. Кто-то остался. А, мы без Геры, да? А он здесь вообще с нами? Мы даем Геру с пула, Войт. Ок. Говорят, нужно лед разбивать. Нету лучше другой. Пятки болят. Красен только что чудом выжил. Ну да, лень заходить чё. Дискорд для слабаков. Саливу по мне дай. А он неплох. Ну, наверное, кто-то в ЛС написал специально. Сейчас и я. Thank you.
Минус Алиса. Вот турбо нет, и я прям на первом месте. Кайф. О, власть упал. Шарпи, кстати, вот власть будет лучше тебе, чем вот это вот говно, с которым ты ходишь. У меня конденсатор и объект. Ну, конденсатор хуже, чем власть. Да? Ну, я за ролю. Только сейчас. Я не знаю, стакается ли оно от пытки, но конденсатор хуже, чем власть намного. Чё там упало? Фигня упала, не переживай. Но танка что-то упала? Нет. Ну, только звились. А, 6. Ну, понимаю. Ша, я сролю тебя. Ну, ладно, прости, да. Блять, а мне не засчитало, прикольно. Он есть, шипа. Чё там по времени? В жопе? Грулящий, да? Фафнирский ГЦ. Урод. Доброжелательность уровень шарпистол. Но у тебя же конденсатор, чё ты переживаешь-то? Ну, царь сказал, конденсатор хуже. Блять, доброжелательность это у его друга, у шарпистула. Ты помнишь этого вара с десяток? Какого? Тот, который твой бывший дружок. Да. Ты что, дружок? Ты бы видел, как он агрится. Боже, это так смешно. О ком речь? Да, забей. Нужно было ЦЛК потанчить, когда я тебя просил. Тогда ты бы знала. Так. Обманула, бросила. Ну вот в это воскресенье только с гильдой СЛК 10. Больше без всяких варов. На фул? Он меня скинул, мне стало скучно, я ливнул. Не с кем даже посраться. Если с гильдой, то по идее на фул. У тебя всегда есть поинт. С тобой посраться? Давай. Тобой не интересно, ты так смешно не агришься, как этот полудурок. Он мне угрожал мою семью порезать и меня отпиздить. Я говорю, приезжай, адрес дать, он, блядь, начинает съесть. Нормально. Ну, сука, в доте, просто дотер, пацан дотер. Если я твою семью вырежу из дерева. Не, если по факту, то ты не прав. Он не дотер, он в 15 лет играет. Сколько там, 12? 12, наверное. Что-то по его ДПСу не видно, что он в 15 лет. Ну, молодой еще, по левелу. Младший лейтенант, мальчик молодой. Все хотят потанцевать с тобой. Что? Сума. Нет. Сказал, как отрезал. Будет. Ну ща, сколько, 3 человека уже почти возле инста, сейчас долетим с уманем. Лока. Хочу, чтобы звали меня младший лейтенант, и чтобы у меня была повязка на глазу еще. А как же мальчик молодой? Да, лучше бы тебя звали мальчик молодой. Мне младший лейтенант. Звучит круто.
ну, младших лейтенантов уже нету. Мальчик, лейтенант. А вот мальчиков молодых полно. Где Кай? Тыкни! Куда ты убежал? Предатель. Лока же суманули, зачем еще кого-то будем суманить? Пошли, Лок уже в инсте. В инсте засуманили. Чего вы стоите там? О, а почему друиду? А можно мне? Хотя нет, я на шипе забирайте. А. Вот у меня теперь эта песенка «Мальчик молодой» в голове засела. Согласна. Все тактики по фоллу знаю, вот что ты мне рассказываешь. Я тебя вообще впервые в рейде вижу. Согласен, вообще ЛС какой-то зашел. Ни ДПСа, ни ХПСа. Давай, рассказывай на кельтаса тактику. А чё сразу на кельтаса? Ты сказал все тактики по фоллу. Ну хорошо. Обманщик. Ну хорошо, заходим мы такие, короче, на кельтаса. Вот. Начинаем бить и убиваем. Невероятно. Мне кажется, так на каждом боссе работает. Но это не вся тактика. Первая фаза, он призывает, короче, вам своих, дает побиться с вам со своими, так сказать, прислужниками. Когда вы убиваете всех прислужников, вот, он, короче, вызывает всех четырех прислужников. Нет, оружие их с вами биться. Вот. Когда вы убили все оружие и дропнули там легендарные такие плюшечки хорошие, он призывает, короче, воскрешает всех своих прислужников, и вы деретесь со всеми прислужниками. Вот. Короче, одного надо кайтить, а другому не надо подходить, третьего надо держать и бить, вот. А четвертого я не помню, что там надо делать. Надо обновить этот кэш, почистить, вот. Так, что там дальше? А на вайш? Что на вайш, о господи. Первая фаза бьешь вайша. Ты все ходил. Ты честно. Так я убивал на 10 до того, как это стало мейнстримом. Камон, здравствуйте, мальчик молодой. Будет у меня тактики спрашивать на вайш. Я сейчас досконально все не помню, но вот вкратце я кизи могу рассказать. Помню все досконально. Да. Там так же самое ж было, да, этих с элементали выбивать говно и активировать. Да, 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 там два зеленых выходит, обычных надо убивать. Если обычные доходят, то ваш урон увеличивается. Да, так же самое, каждые там 3 секунды. Чё, там от страйдера надо кайтить. Страйдер. Страйдеру нельзя подходить. Ух. Если бы у меня маны не было. Если бы мне клятва была на кэп. Если что, не жмите, у меня все вырвать. Я хочу сказать, что тактика на вайше перед, так сказать, вайпом X10 много изменилось. То, что вы рассказываете, это первая тактика. Последняя была немного другой. Ну, последнюю я тебе не могу рассказать, потому что я ушел там, когда там где-то онлайн был, ну, человек. Элементарий, короче, спавнится в рандомном месте. Там он и раньше в рандомном месте спавнился. Нет, раньше они спавнились с каждой точки. Это неправильно. С 8 точек они спавнились, по-моему, маленькие. Там одного милика ставишь, он заливает. Вот. Почему милика обязательно? Можно и РБД. Ну, обычно ставили миликов.
Ну, Миликов здесь будет ставить, потому что если будут ставить РДД, то на страйдеров не будет хватать урона. А Миликом к страйдеру подходить, ну такое себе. Так вот, сейчас, в общем, последний раз было так, что они спавнятся в рандомном месте, и за ними ходят кучками, там, человек 3-4. То есть, обычно просто стояли прямо на месте и ждали, когда вылезет именно из их места, потому что добежать там было нереально. Ну, вообще, по тактике они рандомно раскидывались, когда я убивал Вайшу, вот. Короче, они появлялись в рандом. Вот, и на 8 платформ всего, вот, на каждую платформу ставили по какому-нибудь милику или РДДшнику. Ну просто страйдерам хватало урона заливать, там 2-3 РДД били их, с ДПСом 30к, как бы, и было всем насрать, вот. А сейчас, наверное, да, придется только миликов на платформы отправлять, а всех РДД на этих страйдерах. Так, актуальный вопрос на данный момент, робот у кого-то есть починить? Не знаю, у меня нету. Если нету, то придется сумонить. Я красный. Наши чудо-хилы не сдиспелили эфир. Наши чудо-хилы были эфиры. Вон этому шерпеступу отдай, он ему очень хорошо зайдет. А фирс тебе не нужен? Покажу плохие тринкеты. Дали на хильте. Наручникам они нужны? А, она у шипы открытки не стакается, лол. Стой. Не нужна она. Скиньте, короче, это вот этот хэштег ролл в Discord, чтобы я скопировал. У меня английский отключен. Что не стакается, говоришь, царь? Не стакается открытки, короче, походу, вот эта вот власть, так что не нужна она тебе. Они работают? Нет, если в открытке стакалось, там намного больше урона было. Вот я смотрю, у него 5 раз только прокнул за весь бой. Ага. И от дота она не стакается, она стакается только от взрыва разума, походу. Главное, чтобы не я, потому что мне не везет никогда. Обновите, пожалуйста, МП5 по приставке. Что в Дискорде разговаривал, вообще не слышно, что ли? Слышно. Я говорю. Нормально. Говорят, люди, которые разговаривают сами с собой, на самом деле с очень богатым внутренним миром и очень высокоинтеллектуальным. Войт всегда с собой разговаривает. Особенно на базах. МП5 по пристам. МП5 обновите по пристам. Шаман говорит, дай ки. Окей, говорит, хорошо. Спасибо. Войт. У тебя запуск, сука? Да. МП5 по пристам обновите. Уважаемый, спасибо. Ой, большое. И это можно этого рыбу поставить? Я так понимаю, они никому не нужны. Подожди, можно и рыбу, пожалуйста? Да пошли, какая рыба на этих самых чудовищах? Ладно, тебя. Смотри, вылетела сотка. Вот я сделал макрос, вылетела сотка. Что будем делать?
А ты, ты скорбь слышишь? Я же предупредил. Войт умывает руки, короче. Ты не помог от Супермена облететь землю несколько раз на большой рот скорости, откатить время назад и отдать их ДХ-шку. Ты нашел Криптонит, что ли? Третий чел на фоне. Он рофли, офицер. Царь, я сейчас вспоминаю твой разговор насчет того, что богатая фантазия и все прочее. Ну, а это я, да. Здравствуйте. А еще ты на Войда, да, что-то говорит, типа там, да? Так он... Войд такой же, ты что думаешь? Он еще хлещет. А вы одного поля ягода или одного поля арбуз? Ну, как бы арбуз тоже ягода. Ну, я о том и говорю. Ну вот, а понимаешь, да, я просто слишком хвостый. Да, было дело. Как это было, расскажи. Ну как, я веду рейд, эти раки, короче, сначала Алуриэль убивали в цене, нормально все. Вот, потом что-то резко решили, а давай-ка мы не будем ее убивать, вот. И начали тупить жестко, я, короче, разбомбился, и мне что-то херовато стало. И я скучал. Точка сол. Сколько тебя заплатили, признавайся? В Айдадабе, Зиньки, ты же, типа, мой муж сидел. В смысле муж? Я что-то пропустил? Ну, кто не успел, тот опоздал, царь. На дыбу, Вайда! Мой токен Void вообще пугу отдал в 10 гер. А потом я ему говорю, короче, это, пошли, кровь убьем. Нет, не фига. Поставьте портал, пожалуйста. В чем проблема выйти? В чем проблема выйти, блядь, на рабочий стол, создать ебаный текстовый документ, там написать roll, Ctrl-C, Ctrl-V, и у тебя, блядь, макрос. Нет, мне больше интересно, как у ДКшника 261-го итем левела до сих пор не стоит макрос на roll. Вы что, рофлите? Та же хуйня. Не, я конечно, ничего не. А почему он не может просто написать roll? Его потому что у него там типа раскладка не переключает. Ты не тому магу отдал. Я там это
Я отдам там ему. Дикость отдашь, хард. Хард. Да, конечно, вы че? Ну, короче, ты уже сделал. Ну, бывает, ничего страшного. Рассказываю, короче, правый нижний угол. Вон там стоит буква «Ру» или «Н». Вот. И, короче, тыкаешь на нее и меняешь вручную. Без там Alt-Shift, допустим. И все замечательно у тебя. Видимо, Алиса хочет Т4. Это вторая сотка за сегодня. Паладин, разбойник, шаман. Царь обезьян выбрасывает 59. Я офигенен, да? А ты паладин? Я в душе. Нет, как бы, знаешь, вот в паладины брали, короче, жрецов с наклонностями воина, ну, типа, понял? Вот, как бы, ну, варом я уже топчиком был здесь, а сейчас за приста играю. Так что можно сказать, что я в каком-то смысле паладин. Вот. ДК Ума-Тума, Данил, ты понимаешь, что эта шмотка тебе в первую очередь нужна, а не войду? И ты знал, что ты идешь в рейд? Подожди, царь, ты идешь в рейд, и ты просто мог взять заранее, там, когда мы еще ик стояли там, сумонились, сделать себе макрос заранее это все. А когда вот упали именно плечи, тебе приспичило сделать этот макрос. Соответственно, тебя же ждать не будут люди. Не, подожди, стой. Ну вот давай просто ДК посмотрим, где он есть. Отдайте Вальду шмотку, он 5 лет за ней ходил. Вот стоит ДК, 261. Фулл Т10, ролит шмотки, блин, нормально. Замечательно. На какой тебе Т4 нужен был, скажи, пожалуйста? На офспек, на БДК, на офспек. А чувак на мейн забрал на голову. Я тоже на хила в тот раз тринку ролил, но мне сказали, царь, иди в жопу, а дали танка друг. Что мне сделать? Я ее сролил, все по-честному было. Меня в задницу послали, что мне плакать теперь? Да, даже не ходил, у тебя мейн спектр. Нифига не отдал бы ты мне. Мне триню на хила не отдали. Сказали, я ШП, а он хилом мейн. Господи, царь, заебал ты с этой триней уже, а? Опять чулан сорвался. А он меня только в игре эту чиз добавил. Не, чувак с нервами не в порядке, кажется. Да кого? Он наркоман, блин, он сколько там 200 травы набирает за ночь, вы чё, о чём мы говорим? Я почти всю в гильду сдаю, если что, царь.
так я и говорю. Чулана, хлебом не корми, рейды не давай трогать. Он даже между перелетами... Чтобы у моего деката 4 опять забрать. Он между перерывами, когда с инста в инст сумоним, он даже там по пути лут просит. Я копит, в смысле копит, он и так в приоре. Я, короче, помню, как ты качнулся. Он хочет фул 4 куска забрать за один рейд. Я плюсанула. Нет, всегда на кубах стою, чёва. Царь, как у тебя силков? У меня 137. Давай. У тебя больше? Не, у меня 127. Ой, поставь меня куда-нибудь подальше от босса, я все равно хил. Ну ладно, пизды. А, ну у меня 3 плюса, а у тебя 2. Угу. Да-да-да-да-да. Чулан, а сколько у тебя плюсиков? Меня можно подальше, кстати, я... Потому что бить вообще не собираюсь. Понимаю. Я тут, но у меня, походу, охота на великих чудовищ забал. Я сейчас после этого постараюсь пастом релок сделать. Тебя. Через сколько там босс запускается, скажите, пожалуйста. Через минуту. Нормально успели лов сделать. Ты можешь еле сделать. Да не, у меня просто не отображается. У меня этот квест есть, но описание к нему не отображает. Фаст релов. Сколько там еще до пула? Минута. Ну минута. Комбат. Была минута 15, сейчас минута. Или комбат, или нельзя. Или я вылечу. Нет, не вылетишь. Ни комбата нет. Комбата. Еще 45 секунд еще. Давай, успею. Блин, хоть бы не вылетел, а? Будет вообще фиаско. Сделаешь в магии где-то. Да, я, возможно, завтра не попаду на РТ, я целый день на работе. Ну, отдашь Алисе ШП. Она проведет его в Магика Гер. Сколько? А, все. Не-не-не-не-не-не. Не надо. Десять, пять секунд, семь секунд. Ё-моё! Все, успел. Нормально. Гениально, Геруску удачи, просто жить.
Бля, пожалуйста, отведите от зеленого, от трусов. Не могу нажимать, блядь, еле чуть нажал. Еле не. Блядь! Еле нажал. Отведи чуть правее. И тут фрейм. Хвостом закрывается. Хвост, хвост босса не могу там мечет нас. Всегда так держали, что сейчас в чем? Я не хочу умирать! Спасибо. Успели? Я 12к вывел. Объект класс. Ну, я тебе так скажу, тут дамаг увеличен на самом деле. Тут еще и откидывание, так что я не мог нормально дамажить. Войт, а за хорошие шутки будет? Ты же обещал. Сейчас тебе 0.01 ЕП выдадут. Зачем мне два раза ЕП? Особенно. Какой-то честный. Я бы за честность оставил ВИП на самом деле. А куда ЛРЭ вышел? А мешочек паролить? Там тебя ждут. Мешочек в ГБ. Кому нужны латы на скорости на РП? Какие латы? На ретрика нужно. Можно мне?
О! Вот и забрал свою шмотку. Это, Войт, оставишь место на РС? Я до магазина дойду, попить куплю. Спасибо.